волейбол попал, как и все дети. Папа был моим первым тренером. Проявил мне любовь к спорту. Только позитивные эмоции, большое желание победить, чтобы друг друга поддерживали, помогали друг другу в сложных ситуациях. Мы играем для болельщиков, для любимых наших зрителей. Зритель должен иметь эффект присутствия, он должен окунуться в спорт, как в театре. Знаете, вот приходит человек в театр, он слушает текст, видит, переживает с героями спектакля, фильма, также и в спорте. Без волейбола я не вижу себя в жизни, как бы и дальше планирую связать свою жизнь с волейболом, со спортом.